Ну, собственно, так как до выхода игры осталось совсем немного, очевидно, что они выпустили релизный трейлер. Я увидел на заставке Шансунга, скорее всего, здесь покажут его геймплей. Ну и немного, наверное, как обычно, вставочек из сюжетного режима. Ну вот, это был самый первый тизер. Is it so wrong to want some excitement? The time draws near for the grand martial arts tournament between Earthrealm. Free to craft a new era of peace. As long as I've known you, you've dreamed of leaving Thengia. Is it so wrong to want some excitement? The time draws near for the grand martial arts tournament between Earthrealm and the Outworld. Ну да, как обычно, классический турнир. Только, видимо, теперь его ведет Синдел. О, кстати, Мелина. Я тебя никогда не видел после самого первого геймплейного трейлера. Да, Суджинка ворует приемы, капец. Что-то типа мимика у Шинока. Ух ты, Рейка все-таки играбельный. Я видел с ним несколько катсцен, но все-таки он играбельный. Круто. Значит, Нитара была не последней. Дариус. Новых персонажей, видимо, не завезли. Вот вам старые из 3DR-ы. Брутально. Ну вот это просто, это я думаю, она будет вот типа Джеки Брикс в новой обертке. Это что такое? Жан-Клод Ван Дам? Ну да. Новые способы сражаться. А, ну, да, это режим Invasion, вторжение. С кучей всяких мини-игр. Новые союзники. Ух ты, барака теперь за добро. Прикольно. Новые истории. Рептилия. Кроника? О, а, на... Вот? Что? Шансунг? Воу-воу-воу. Подожди, я не ожидал кронику и геймплей Шансунга. Он превращается и... что-то... в противника, в свою старую версию, молодую версию, что? Он вместе с кроникой? Оу. Оу. Не, ну фаталити смотрится намного сочнее. С новым движком и без этих дурацких замедлений, как в 11-й части. Оу. Шансунг. Что за кроватка? Ау. Ты у Рана Блэка это украл? Что за отсылка к ксеноморфу? Вау. Wow.